Елизавета Боярская приложила немало усилий, чтобы вырваться из тени знаменитого отца. Поначалу коллеги, едва заслышав фамилию актрисы, понимающе обменивались взглядами. Они считали, что по умолчанию все заметные роли в проектах именитых режиссеров доставались Лизе благодаря звездному происхождению. Но вскоре убедились, Елизавета – самостоятельная единица из актерской династии Боярских. Родилась Лиза в Санкт-Петербурге в декабре 1985 года в семье двух народных артистов – России Михаила Боярского и Ларисы Лупиан. Елизавета – второй ребенок в семье. На момент появления дочери у Читы подрастал 5-летний сын по имени Сергей. Елизавета Боярская очень востребована в профессии, поклонники любят ее не только за хорошую игру, но и за доброту. Звезда российского кино занимается благотворительностью, и в этом ей помогает красавчик-муж Максим Матвеев. Вместе они составляют потрясающую пару, правда, в молодости Боярская явно была не так хороша, как сейчас. В сети имеется кадр из сериала «Кобра. Антитеррор» 2003 года выпуска. Там дочка Боярского выглядит точно не так, как сейчас. Звезда больше похожа на серую мышку. Отсутствие макияжа, растрепанные волосы, неопрятная челка. Вполне возможно, что дело в образе ее героини, но поклонники считают, с возрастом Боярская однозначно стала только лучше. А вы что считаете? Пишите, как всегда, в комментариях.